В зале нет свободных мест. Радостный момент с выпускниками академического колледжа разделили педагоги, родители и нынешние студенты учебного заведения. В торжественной обстановке с важным днем выпускников поздравило руководство колледжа и вуза. Мы сегодня покидаем стены нашего любимого колледжа. И от этого нам немного грустно. Но мы понимаем, что нужно идти дальше, покорять новые вершины, вносить свою лепту в развитие города, края и нашего государства. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и планируем продолжить обучение в нашем университете. Первыми на сцену приглашают лучших студентов, отличников в учебе и активистов колледжа. Им вручают заветный документ об образовании. В этом году из учебного заведения выпускаются более 200 специалистов. Около 30 из них закончили колледж с красным дипломом. Это специалисты в разных областях. Прежде всего, это гостиничный сервис, это организация перевозок, управления на транспорте, это садово-парково-ландшафтное строительство, экономика, бухгалтерский учет и право организации социальной обеспечения. Все специальности, которые есть в колледже, они сегодня востребованы. И со средним специальным образованием академического колледжа легко трудоустраиваться в различных отраслях. Трогательно со сцены прозвучали слова благодарности от родителей и выпускников в адрес администрации колледжа, университета и преподавателей. Ведь за эти годы академ-колледж стал для студентов вторым домом. Спасибо директору Ашоту Саратовичу, спасибо всем преподавателям, спасибо нашему куратору, конечно, нашим любимым родителям. Грустно, конечно, что уже такой момент, что детство заканчивается, можно так сказать. Вот. Но мы получили хорошую школу в стенах нашего колледжа, поэтому подарки судьбы будут не страшны. Но благодаря системе непрерывного образования выпускники колледжа смогут поступить в международный инновационный университет и отучиться по ускоренной программе. Кстати, большая часть выпускников уже сделала такой выбор. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.